Ты куда? Куда я, вы не поедете. А ты почем знаешь? Куда же ты? В Ленинград. Так и нам туда же. Товарищ майор, туда проезда нет. А как же ты? Ну же я как-нибудь, мне надо. Ну, нам тоже надо. Тоже с поезда? Да. Немцы МГУ заняли. Последняя железная дорога перерезана. Последняя. Уваров. Лунин. Тише стало. Перенесли огонь влево. Thank you.
Ну что ж, до свидания. У вас в Ленинграде родные? Жена? Не знаю. Спасибо, сержант. До свидания. Мы еще увидимся с вами, товарищ Лунин. Елизавету Андреевну, пожалуйста. А когда она вернется? С мужем, а она что, замужем? Нет, нет, ничего не надо, спасибо. Политотдел, да? Политотдел? А ты что там служишь? Нет, наша квартира ниже этажом, вон по той лестнице. В Рим военной вывески не полагается. Хотите, я вас провожу? А тебя как зовут? Слава. Ну, спасибо, Слава. Товарищ полковой комиссар. Здравствуйте, товарищ Хоган. Здравствуйте. Вы идите, идите, я скоро приду. Так вот вы куда забрались? Сразу и не раз ищешь. А мне сказали, что вы в Москве. Как вам удалось проехать? Проехал, но больше уже никто не проедет. Вчера обстреляли в Тербов. Высокопов? Да. Я так сразу подумала, у вас все пальто в глине. Что с мамой? С ней что-нибудь? Вас зовут, кажется, Соня. Да. Соня! Пойдем во двор. Пошли! Сейчас я приду. Иди, я сейчас приду. Ну иди же! Она убита? Ее похоронили? Нет.
Нас сразу вывели из рва, и больше мы туда не возвращались. Там теперь немцы. Уходите, пожалуйста, уходите, я вас очень прошу. Спасибо вам. Кати? Да. Мама просила передать, что останется еще там. Я говорил, что нам уезжать рано. Ну, мы будем ждать ее. Скажите, как найти капитана Рассохина? Старший лейтенант Команков, комиссар второй эскадрильи. Майор Лунин. Вы командир? Да. Я провожу вас. Ну, хорошо. Идет, Кабанов! Идет! Бросил аккуратненько. Ты его ведомый, Байситов. Ты должен был смотреть, чтобы ему не зашли в хвост. А ты его аккуратненько бросил. Я сбил Юнкерс. Мне плевать, что ты сбил Юнкерс. Ты погнался за Юнкерсом, а не Критина убили! Не бывает таких случаев! Не бывает таких случаев, когда можно оставить ведущего! Не бывает! Я сбил Юнкерс. Капитан. Капитан, к вам товарищ майор из дивизии. Прибыл в ваше распоряжение, товарищ капитан. Вы летчик? Летчик. Из гражданской авиации. Из гражданской. На истребителях летали? В запасном полку. В боях не бывали? Не приходилось. Да. Так вас к нам на пополнение. Вместо Некритина. А почему у вас одного? Нас 5 человек осталось. Вам там об этом не говорили? Ну что ж, дадим товарищу майору самолет Некритина. А, Кабанок? Другого нет. Басидов. Вот майор Лунин будет летать на самолете Некритина. Но я тебе его не дам. Ты его погубишь. Ты всякого погубишь, Басидов. Я тебя себе возьму. Ты будешь моим ведомым вместо Серова. Иди.
вам, майор, я так и быть отдам Серову. С первых дней войны он ни разу меня не подвел. Ну, Коля, мы с тобой расстаемся. Твоим ведущим теперь будет майор Лунин. Он к нам прибыл командиром звена на место Некритина. Есть, товарищ капитан. Ужинать! Задержись, Кабанов. Надо бы всех в общее помещение, что ли. Легче все-таки, когда вместе. Мало нас осталось. Я уже перевел всех в один кубрик. Третью ночь спим вместе. Лейтенанта Некритина не будет? Не будет. Ничего нет лучше вольной охоты. На охоте сам себе господин. Почему нас теперь не пускают на охоту? Ничего не ел? Нет. Хильда! Давай, пожалуйста. Он про вольную охоту все рассказывал. Любит? Вольную охоту всякий любит. Он сбил Юнкерс. Я сам видел. Он погнался и сбил его возле Оранинбаума. Юнкерс шлепнулся как раз против пирса. Разве так надо сбивать? Надо сбивать так, чтобы при этом не погиб твой товарищ, который к тому же лучше тебя. Верно. Это подумай. Мы с июня сбиваем Юнкерс. Вся Прибалтика до самого Ленинграда усыпана их обломками. Если за каждый Юнкерс мы платили бы жизнью товарища, так от нас всех давно в помине бы не было. Спасибо. Ты заметил, как он оглядывался? Он даже за едой оглядывается. Кулешова, помнишь? А что это значит? Это значит, что он смотрит, не заходит ли ему в хвост мистер Шмидт. Нервный тик. Он оглядывается через каждые 40 секунд, как в воздухе. В бою надо оглядываться не реже, чем через 40 секунд, чтобы мессер не зашел тебе в хвост. Кулешов стал оглядываться за столом, а на другой день его сбили.
Пойдемте спать, майор. Завтра с утра много работы. Вот это свободное. Ничего не поделаешь. Ложитесь, товарищ майор. Никак не могу поверить. Немцы у самого Ленинграда. А вы раньше бывали в Ленинграде? Я в Ленинграде женился. А сейчас ваша жена здесь? Нет, нет у меня жены. Умерла? Разошлись. Простите, я... Ничего. А у вас в Ленинграде есть близкие? Нет. Сейчас нет никого. Уехал. Я пришел на квартиру, а соседка говорит, уехала со школы. Она учительница, и детей взяла. Ваши дети? Считайте, что мои. Как это считайте? Да не мои, конечно. Но я надеялся, что они будут моими. Рассказывали. Все. Все? Что вы уехали со школой. Со школой? Да ведь я не уехала со школой. А я так тогда думала. Школу-то уехала. Спи, спи. Дай. А больше он не приходил? Что ж ему приходить? Он думает, вы уж на Урале. Все-таки он приходил. Дедушка! Дедушка! Это я кашляю. Иди, иди. Дедушка, мама вернется. Мама обязательно вернется, честное слово. Я это знаю. Иди. Спи, дедушка. Спи. Ты что? Что ты вскочил? Рано еще. Слышишь? Это наши корабли ловят. От Кронштадта.
Слышишь? Мы прикрываем корабли флота с 8.30 до 9.40. Высота 2500. Мы сменяем первую эскадрилью, нас сменяет третья эскадрилья. В отдельные бои не вступать. Главное отогнать юнкерсы от кораблей. По самолетам. На проводе. 44. 44. Залив. Тараксин. Слушай, Тараксин, как там 44. Моя шестерка? Как говорю, шестерка моя, подождите. Как эскадрилья Рассохина? Отлично. Атакуют. По кораблям пока ни одного попадания. Юнкерсы сбрасывают бомбы в воду. Уходят. Садись, майор. Я, кажется,
не все правильно делал. Все. Что все? А все неправильно. Зачем вы погнались за Юнкерсом? Черт-то ли в нем, если он удирал. Наше дело бить тех, которые к кораблю рвались. Слушай, вы Сокол видели, да? Ох, бьет. В него еще неделю назад бомба угодила, он по самую палубу затонул. И бьет. Прямо из воды пушки торчат. И бьют. Дают, мальчик. Комиссар дивизии. Сам водит. Да, любит. Здравствуйте, товарищи. А, майор. С боевым крещением. Вот мы и встретились. Ну что, жарко досталось? Сегодня не очень. Сегодня штук 70 было, вчера больше, 120. Сегодня мы троих сбили. Я разговаривал со штабом флота, ни одна бомба не упала на корабли. А как в Ленинграде? В Ленинграде? Ну, сегодня об этом поговорим. А где комиссар эскадрильи? Какой комиссар, Иван Иванович? Не знаю, что я должен делать. А того, что не знаю, делаю все. Сам рисовал. И передавить сам. Стихи тоже сам писал. Ну что ж, иногда нам самим приходится все делать. Краснофлотцы потеряли простыни при отступлении. Я добиваюсь для них новых простынь. Люди растеряли свои семьи. Я помогаю им найти родных. Книги, газеты, бумага, почта. Это тоже наша комиссарская работа, Кабанков. На войне все работа. Бой тоже работа. Я это еще понял в Испании. Я понимаю, я могу писать, я могу просто не доставать. Но должно же быть у меня что-то главное. Главное добиться, чтобы все понимали наши цели. Потому что цели у нас такие, что когда их поймешь, все возможно. И не надо скрывать правды. Как бы тяжела она ни была. Немцы рвутся к Москве. Да. И Ленинград в блокаде. А впереди зима. Вчера не было. Я искала слесаря для бани, он мог только ночью. Ну и как там дела? Уже горячая вода идет. Не совсем, правда, горячая, но теплая. И окна фанерой забили. Антонина Трофимовна, вот я вам говорила про Соню. Здравствуйте. Ты внучка профессора Метникова? Почему твой дедушка никогда не приходит в бомбоубежище? Да он не боится. Он всегда говорит, что в следующий раз он пойдет, а сегодня немцы обязательно промоутся. Это неправильно. Ты скажи ему.
Ты комсомолка? Да. А почему ты до сих пор не пришла в райком? А зачем? Как зачем? Ты разве не знаешь, что сейчас должны делать комсомольцы? Я хотела на фронт уйти. Но как же дедушку оставить и Славку? Они без меня умрут. Кто не сдастся, тот не умрет. Так вот, Соня. Тебя Соней зовут? Соня. Организуется дом малютки. Надо искать детей, которые остались одни, и ухаживать за ними. Дело это очень трудное и сложное. Возьмешься? Помещение дают в райкоме, там теперь топят. Это список девушек, которые будут тебе помогать, и их адреса. Завтра утром соберешь их, приведешь ко мне. Я буду здесь с 10 часов утра. И начинайте работать. Хорошо. Можно мне сейчас на крыше подежурить? Я зажигательную бомбу тушить умею. А как же их надо тушить? Очень просто. Схватил щипцами и в песок. Ну, ступай, подежурь. Не забудь в 10 часов. Сонька идет. Я на крышу. Я тоже. Кто тебя пустит? Дура, я там уже 1000 раз был. Антонина Трофимовна. Товарищи. Товарищи. Сейчас пришло важное сообщение в последний час. В последний час сообщается, что наши войска разгромили немцев под Москвой. Что наши войска разгромили немцев под Москвой. Освобождены города Можайск, Волоколамск. Thank you.
Хильда, давай, пожалуйста. Сыграй кабанок. Пока не буду. А придет время, поиграю. Крыса, вот такая здоровая. Я ей ход загородил, так она на меня бросилась. Надо было сразу бить, а вы сами испугались. Слушай, Чепелкин, ты ее в лоб атаковал, а тебе нужно было сходу и в хвост бить. Решили, что те, кто хлеб распределяет, ошибаются. Вы думаете, вы умнее их и решили их поправить. Мне стало известно, что вы и майор Лунин отдаете свой хлеб техникам. Так? Так. Отдаете свой хлеб техникам. В Ленинграде голодают дети. А нас кормят, чтобы у нас хватило сил драться. Получайте, проходите. Получайте, проходите. Гражданин в очередь. Получайте, проходите. Хлеба. Проходите.
Откуда ты взялся? Уходи отсюда! Ишак! Что ты здесь делаешь? Тоже Ишак. Ведьлак лучше Ишака, правда? А миг три. Говорят, что миг хорош только на большой высоте. У тебя есть копейка? У меня рубль есть. А мне копейка нужна. Не боишься? Да нет, не попадут. Я маленький, а поле большое. А что ты здесь делаешь? А вот. Что у тебя там? Картошка. Картошка? Ну да, здесь было картофельное поле. Ничего не собрали, все так и осталось под снегом. А они стреляют, землю разворачивают, а я собираю. Я хочу попросить вас. Возьмите меня к вам на аэродром. А зачем тебе? Я самолеты люблю. Не могу. Почему не можете? Права не имеете или не хотите? Права не имею. Отойди от винта. Слушайте, а если Уваров разрешит вам? Уваров? А ты что, знаешь Уварова? Он часто бывает в нашем доме. По нашей лестнице находится политотдел. Он там бывает. Он ведь ваш начальник, Уваров? Он ведь главнее вас? Главнее. Я попрошу его. Я скажу, что вы согласны. А вы согласны, правда? Правда. Сумку дай. Дай сумку. Наземный состав приготовить к отправке. Имущество пойдет вместе с вами. Машины? Машины будут к вечеру. Не реви. Давай твою бумагу. Ну. Чепелкин. Чепелкин. И Кабанков. Теперь нас осталось трое. Кабанок.
Полк перебазируется. Мы уходим отсюда. Получен приказ. Уходим? Есть места поважнее. Дорога. Коля? Ленинград. Финский залив. Ладожское озеро. Вот здесь финны, здесь немцы. Дорога пойдет вот так. По озеру. По льду. Она свяжет город с большой землей. Наш аэродром будет вот здесь. Мы не дадим задушить нас блокадой. Ленинграду поможет вся страна. Вот эту дорогу мы и будем охранять. Человек может умереть, а не эскадрилья. Не такая эскадрилья. Рассохин убит. Но вы живы. Серов жив. 12. Мой самолет в ремонте, я 2 недели ничего не делаю. Придут новые машины и новые люди. Дятел 21-й слушает. 4. Когда? Рассохин все ждал. А теперь вы будете ждать. Командир, вас. 1000. Садитесь. Да, Проскурякова. Хорошо. Да. Так и я могу сказать. Так и я могу сказать, что я комиссар дивизии, которой нет. У нас 3 полка, да сверх того отдельные подразделения, штабы, инженеры, мастерские. А поднять в воздух
и одной полной эскадрильи не получится. И все же мы дивизия. Хотя бы потому, что немцы считают нас за дивизию. Вы эту ледовую дорогу, когда над ней летали, хорошо разглядели? Совсем не разглядел. Поземка мила. А надо бы повидать, нам над ней драться долго. Вот что, поезжайте-ка по ней. В Ленинград и обратно. Свободное время у вас есть. Слушаю. Товарищ командир полка, заявка на запчасти для парня. Когда приедете в Ленинград, зайдите в политотдел. Передайте редактору нашей газеты. Мы представили капитана Рассохина к званию Героя Советского Союза. Сегодня получили сообщение. Звание присвоено. Ему теперь все равно. Ему все равно. А вам разве все равно? Нет, мне не все равно. И мне не все равно. Ну, счастливого пути. Я хотел спросить, могу я взять с собой немного продуктов? Да-да, зайдите в продчасть. У вас ведь в Ленинграде жена. Возьмите сухим пайком, да побольше вперед. Есть. Услышит. Вот будет музыка до самого неба. Перелет, недолет, перелет, недолет. На вилку нас берет проклятый. А что ж вы фары-то не гасите? А вы мешочек-то свой отодвиньте, дверцу загородили. Прыгать придется, не откроете. Прыгать? Ну да, вы в эту дверцу будете прыгать, я в эту. Фары приказано не гасить, товарищ начальник. Трещины и воронки опаснее обстрела. Страшным днем мессершмитты бьют из пулеметов. Шоферы разбегаются, а куда спрячешься? Попал. Автоцистерна. Вот ведь угодил. Быстрее, быстрее! Где начальник-то? Там, не знаю, что. Thank you.
наши. Кажется, проскочили. Да отвяжите блок, он же вас все время по голове бьет. А это специально, чтобы не уснуть. А то шоферы часто засыпают за баранкой. Кругом мороз, бело, словно колдовство. Озеро переехали. Будьте кушать, товарищ начальник. Рыбка копченая. Я тоже не буду. Не могу я на этом берегу есть. Вы, наверное, очень есть хотите. Да постойте же. Вот, возьмите. Да берите же. Это вы мне? Почему мне? А мне не надо. Я приезжий, опять уезжаю. У меня есть, и мне не надо. Ешьте кусочек хлеба. Вам сразу станет легче. Нет, нет. Почему? Дети. У вас есть дети? Где они? Дома. А куда же вы идете? От них. Я убежала. Мне нечего было им дать. Покажите, где вы живете. Куда идти? Дома. Здесь? Нет. Там. Там. Ой.
Накормите их. Дайте им что-нибудь поскорее. Им не хлеба одного надо, а супа, каши. Нет, вы поедете. Разве вам можно на меня равняться? Мне кормить некого. Производство не брошу. Только-только на обтирку устроилась, и вдруг до свидания. Я восьмой десяток в Питере, тут и дождусь, когда их проклятых разобьют. Нашел. Это для дома малютки. Моя сестра там нянечкой работает. Старшей нянечкой. Мы с Соней уже шестого нашли. Был бы седьмым, да один по дороге умер. Да где же вы их находите? А в квартирах. Узнаем, у кого матери умерли. Забираем в дом малютки. А как же его зовут? Назовут как-нибудь. И фамилию дадут. Сначала им всем давали фамилию Ленинградский. А теперь и другие фамилии давать стали. У нас уже три Сониных есть. А это Славин будет. Я его сам нашел. Тебя Славой зовут? Слава. Тебе... Мы в этом доме живем. А с кем ты живешь? Сестрой Сони. У нас дедушка был, но он умер. А вам надо выше. Вон туда. Шарапов! Шарапов, посмотрите-ка, что у нас есть. Еще одного нашли. А ну, давай его сюда обогреем. А то не донесешь. Помочь тебе? Нет, нет, не надо. Это ведь тяжело. Не надо, я сам. Сейчас мы ему кипяточку. Слава, кружку давай. Держите. Вы ему головку поднимите. Держи. Постой, постой. Одну минуточку, я его сейчас у вас возьму. Майор Лунин. Здравствуйте. Узнал вас сразу. Датчик. Коврин, редактор дивизионной газеты «Крылья Балтики». Пойдемте ко мне. Пойдемте, пойдемте. Ну-ка, положи его на кровать. Это вам, товарищ Коврин, от Уварова. Знаю, знаю. И вас знаю. Вас в дивизии всякой знают. Почитайте-ка, почитайте статью. Почему меня одного? Вы теперь командир второй эскадрильи, Рассохинской. Садитесь, майор. Садитесь, садитесь.
Вот, прочтите. Это слова присяги? Да. Гвардейская клятва. Полку Проскурякова присвоено звание гвардейского. Мне поручено подготовить текст. Да вот что-то не получается. Сколько бумаги извел. Ну, хорошо написано. Вот тут только. Летчик так не сказал бы. А как сказал бы летчик? Что-нибудь попроще, про штурвал. Ну-ну. Родина, слушай нас. Пока наши руки держат штурвал самолета. Пожалуй. Вы посмотрите все. Шарапов, оформите документы гвардии майору Лунину на выезд. И узнайте насчет машин. Есть. Ну как, жив? Жив. Хлебает понемногу. Хороший текст. Вам надо выезжать. Завтра состоится вручение гвардейского знамени. У вас есть еще дела в городе? Знаете, я хотел вас кое о чем попросить, если это, конечно, возможно. Вам, вероятно, известно, можно ли гражданскому населению выезжать из города по ледовой дороге. Думаю, что пока нет, нельзя. Пока нельзя? Почему? Если бы было можно, об этом знал бы весь город. Почему пока? Потому что потом будет можно. Когда потом? Когда все умрут? Нет, я просто хочу понять смысл. Почему пока нельзя? Пропускная способность дороги мала. А эвакуировать нужно сотни и сотни тысяч людей. Что было бы, если теперь в морозы на дорогу хлынули толпы женщин и детей, еле живых от голода. Они бы все просто умерли до одного человека, разве не так? Вывозить людей нужно живыми, а не засыпать дорогу трупами. Дорога пока используется по своему главному назначению – хлеб, снаряды. Могу сказать вам, со следующей недели норма выдачи хлеба увеличится почти вдвое. Вы понимаете, что это значит? Это первый дар ледовой дороги. А кого вы хотите вывезти? Женщину и двух детей. Вы же видите, что делается в городе. Вижу. Если бы это была ваша жена. Это моя жена и мои дети. Трудно будет добиться разрешения. Обратитесь в штаб дивизии. Заводите машину, поедем в штаб. Есть. Попробуем уговорить. Ой. Ничего, ничего. Ничего, теперь скоро. И куда вы на большой земле? Поеду на Урал. Буду разыскивать свою школу. Я в школе работаю. Thank you.
пока наши руки держат штурвал самолета, пока в груди бьется сердце и в жилах течет кровь, клянемся еще беспощаднее, еще яростнее бить врага, прославлять грозную силу советского оружия. Клянемся тебе, Родина! Мы будем драться, не зная страха, не ведая жалости, презирая смерть. Мы будем драться, не зная страха, не ведая жалости, презирая смерть. Во имя полной окончательной победы. Во имя полной окончательной победы. Гвардейцы не знают поражений. Гвардейцы не знают поражений. Гвардеец может умереть, а должен победить! Гвардеец может!